so we are going to talk today about prayer. That was the re one of the requests we decided we would talk about. and for the first time in the history of the universe, You're going to get to hear my prayer affirmations. Сегодня мы будем говорить о молитве. У нас была такая просьба провести лекцию о молитве и впервые за всю историю Вселенной. Сегодня вы услышите аффирмации на тему молитв. Are you вы взволнованы? Возможно, к концу <laughs> лекции будете более воодушевлены. So, many years ago, I did a class on prayer. and, um, I had written ten affirmations and last week, I went over these prayers, and I added ten more so for the other, for the other affirmations that I have done, we do, I've done 20. Yeah. So, as you may know, we have self care affirmations. And that book, that little self care affirmations book, should be ready by the time we do the retreat in February. И книга с аффирмациями по заботе о себе должна быть готова уже к февралю, когда мы будем проводить ретрит. И у нас также есть карточки с картинками, точно такие же, как у нас есть на тему Джапа. I finished writing marriage affirmations yesterday, not the book, just the affirmations. Um, so maybe in December I'll write the book, Marriage <laughs> Affirmations. Um, I went over it last night, so we finished with my wife. She approved of everything. And, and long ago, I started working on forgiveness affirmations. So, um, and then basically, every course that I've given, I write affirmations, I want to have affirmations for, and perhaps an affirmation book for it. И каждому курсу, который я когда-либо давал, я хочу, чтобы у меня uh, были аффирмации, может быть, даже книга по каждой теме. Это план, а сейчас вы услышите аффирмации на тему молитвы. И, может быть, сегодня я уже сделаю записи uh, для аффирмации на тему супружества. Но чтобы написать книгу, это займет больше времени. So I am going to put the affirmation one by one in the chat for those of you who read English and for the make it easier for Nadia Thank you. И я отправлю в чат сейчас аффирмации одно за другой. Для тех, кто читает английский, вы можете смотреть в чат. И также, чтобы переводчику было легче переводить. Первая аффирмация. Через мои молитвы я прославляю Кришну и я молю его о милости. So this affirmation basically is defining Vaishnava prayers. Эта дела является определением, что Because if you study Vaishnava prayers, most of them begin with the glorification of Krishna and then the devotee asks for something. Потому что если вы изучите вайшнавские молитвы, вы увидите, что они всегда начинаются с прославления Кришны и только затем преданных уже о чем-то просит. My dear, for example, Например, мой дорогой Господь, ты являешься происхождением всех, жизнью всех, и так далее, и я молюсь тебе мой дорогой Господь, Ты источник всего, Ты жизни всего, что существует, и затем уже дальше идет молитва, пожалуйста, сделай или дай мне то-то-то. то Такова структура молитвы. Конечно, не все молитвы они идут по этой структуре, но, как правило, большая часть молитв именно таким образом представлена. So, You have you have <coughs> prayers of glorification, which is different than prayers of petitioning, but this is generally you find both in one prayer. Uh, so you can call a glorification a prayer. и с технической точки зрения наше прославление мы даже не можем особо назвать молитвой потому что как говорит словарь молитва это когда мы о чем-то просим лекxiкон language Can also include just glorification, the prayers of the demigods, and they're, you know, glorifying Krishna. Of course, they're going to add, they ask also, but there will be verses and verses of glorification. Так с технической точки зрения в нашем лексиконе мы можем прославление также называть молитвы, как, например, у нас есть молитвы полу богов, а на самом деле они там прославляют. So that means that asking something from Krishna is not wrong. Это означает, что вообще просить что-то у Кришны это не это не является чем-то неправильным. Not only is it not wrong; that's the meaning, one of the the basic meanings of prayer. Это не только не является чем-то неправильным, это еще и одно из основных значений молитвы. But we will discuss in this class or subsequent classes. What could be wrong about the prayer? About what you're asking? No, в этой лекции и также в следующих лекциях мы будем разговаривать о том, что может быть не так в молитве, когда вы о чем-то просите. Okay, this is number two. I pray in full awareness that Krishna knows what I need and takes care of me. Другая фермация. Я молюсь, полностью осознавая, что Кришна знает, что мне нужно и заботится обо мне. Это очень важно, потому что вы можете молиться от страха, что Кришна не услышит вашу молитву или не ответит на вашу молитву. Потому что вы можете молиться из страха, что Кришна он не услышит вашу молитву или он не исполнит ваше желание. Но вы можете молиться с уверенностью и верой, что Кришна он услышит мою молитву. И моя маленькая шутка что Кришна ответил на все мои молитвы, он не дал мне ничего, что я просил. И у меня есть такая шутка. Кришна ответил на все мои молитвы. Он не дал мне ничего, что я просил. Потому что мы знаем, что Кришна, если он знает, что для нас это не принесет блага, то о чем мы просим, то он нам это не даст. И наша вера заключается в том, что Кришна нам даст все, что хорошо будет для нас. Um, we в, против, в противном же случае мы молимся и страхом. Кришна, ты будешь давать? Я не знаю, если ты будешь давать. Я не знаю, если я доверяю тебе давать. Это страх. О, Кришна, я не знаю, дашь ли ты мне это, о, я не знаю, достоин, достоин ли я этого. Это молитва из страха. И преданный Кришна, он верит uh, в его защиту, в его поддержку, и у него есть эта вера. And we'll talk about that more. But generally, a devotee doesn't мы об этом еще больше поговорим как правило преданный он не молится о поддержании самого себя, потому что у него есть твердая вера в то, что Кришна и так уже его поддерживает и so We would have faith that Krishna is taking care of us, and we wouldn't have to pray for anything material. Это то, что нужно отметить для себя, по крайней мере в чистом, в чистом преданном служении, что преданно, он знает, что Кришна его поддерживает, и он уже не молится об этой поддержке. So if I say, Krishna, please help me overcome this problem. Если мы молимся о чем-то, Кришна, пожалуйста, помоги мне преодолеть то-то или то-то. Мы должны молиться с верой в то, что Кришна действительно мне в этом поможет, а не со страхом, что а поможет ли он мне в этом. Я молюсь Кришне, но я не знаю, поможет ли он мне вообще. Well, I can tell you, there's a good chance he won't because you don't have faith that he will. Я вам скажу, велика вероятность And Krishna might tell you, well, since you don't have faith, why should I? Since you don't believe I'm going to help you, then I don't want to surprise you, anything unexpected. So I just won't help you. It could be like that. И Кришна может сказать что-то вроде того, ну а как бы да, я тогда тебе не буду помогать, потому, потому что ты не веришь в то, что я тебе, не, в то, что я тебе помогу. И чтобы не, никак тебя ничем не удивлять и не делать того, чего ты не ожидаешь, что я не буду тебе помогать. Если Кришна все-таки вас чем-то удивит, то это нехорошо, потому что вы не должны быть удивленными. Вы когда-нибудь были удивлены, когда Кришна исполнял какое-то ваше желание, а вы не ожидали, что он его исполнит? Потому что в тот момент вы тогда понимали, что а мне нужно было иметь тогда веру в это, что он все-таки исполнит мое желание. Когда-нибудь с вами это происходило? And then you kind of kick yourself saying, "Why, why was I so faithless?" So Krishna likes to, uh, to reciprocate with your faith. отвечать взаимностью на вашу So I'm going to ask you to do an experiment.: Make a prayer after this class. После этой молитвы, uh, после этого лекции напишите молитву. And while you're making the prayer, и пока вы будете эту молитву писать, представляйте, что это уже произошло. И смотрите, что произойдет. And if you want to do the experiment the opposite way, make a prayer and believe that it won't be fulfilled. But you've already done that, so you know that works произвести обратный эксперимент. Можете писать молитву и верить в то, что это не произойдет. Но на самом деле вы уже это делали. Вы уже знаете, каково это. С чего бы Кришна стал исполнять мое желание? Я такой негодяй. He doesn't even like me. Он даже меня не любит. You know, you could think like that. Вы можете так думать. And Krishna will say, okay. И Кришна <laughs> скажет, окей. Okay. Right? Uh, so I want you I would want you to experience uh, the other side хочу, Krishna, help me overcome this obstacle Krishna, so, sometimes when you ask someone to do something, they will they will answer at least in English, they will say, consider it done. like you don't have to worry about it. Иногда вы кому-то о чем-то просите, чтобы этот человек что-то для вас сделал, и есть такое выражение в английском языке «считай, что это уже сделано». То есть человек вам говорит, что не нужно беспокоиться, он сделает это. Now I have a for you. У меня для вас вопрос. If wants you to come to him, если Кришна хочет, чтобы вы стали ближе к Нему, and you want to come to him, и вы хотите стать ближе к Нему, и вы хотите, ближе к Нему, и вы просите его помощи приблизить вас к нему. Do you actually think he wouldn't help you? Вы действительно думаете, что он вам не поможет? And if you think like that, can you explain the logic of that? Because I don't understand it. если вы действительно так думаете, вы можете объяснить логику, потому что я ее не понимаю. Can anybody explain the logic of that to me? That you're praying to someone who wants to help you, but you think he won't. Вы можете объяснить мне логику, что вы молитесь кому-то, кто хочет вам помочь, но uh, вы думаете, что этот человек вам не поможет? Окей, okay, I can reinstate that. The problem is, if Krishna sees we don't really want the help, or we really don't want to have, we really don't have the faith, then yeah, then he's not going to help. Но с другой стороны, я переформулирую это, что если uh, Кришна видит, что у вас нет никакой веры или если вы не хотите, чтобы вам помогали, то тогда да, он и не будет помогать. Devotees, Мои дорогие преданные, я должен сказать что-то очень важное. If you want to be если, вы, если вы хотите быть сознающими Кришном, there is nothing in the universe that can stop you. Ничто во Вселенной не может вас остановить. It, Потому что если вы хотите этого, у вас есть полная помощь со стороны Кришны. And if helps you, И если Кришна вам помогает, then it's going to be very easy. то это будет очень легко. И есть только одна плохая новость, что есть одна вещь, единственная вещь, которая может вас остановить. And only one thing. And I'll, I'll explain to you what that one thing is. Объясню, Write your name on a piece of paper. That's the mm -hmm. one thing that can stop you, that person. Вот человек, but if you want to be Krishna conscious and you pray to Krishna for help, you will get his help. Но если вы хотите быть сознающим Кришну, и вы молитесь Кришне о помощи, то вы получите эту помощь. И поэтому считайте, что дело сделано. Faith, Когда вы молитесь Кришне с uh, верой, Кришна, помоги мне с этим. Если вы молитесь за

Я сформулировал свою молитву, и Кришна сказал, считай, что дело сделано, и я жду, когда это проявится. So now you have today, right? У вас есть домашняя работа сегодня, да? You're make a with faith. Вы напишете молитву с верой. And you're see it и вы будете наблюдать, как она будет воплощаться в жизнь. Может, в вашей завтра вы получите чек тысяч долларов. Возможно, возможно завтра вы получите чек на сто тысяч долларов. Now I sound like a yeah. <laughs> Сейчас я звучу как христианский проповедник. We're, of course, as devotees, we're not really interested in material, in praying for something material, and and it is not a sign that you have Christian's mercy just because something material went well. Но как преданные мы не особо заинтересованы в том, чтобы молиться о каком-то материальном процветании. И это далеко не является знаком милости Кришны, если вы материально успешны. Потому что иногда кажется, что с материальной точки зрения все идет хорошо, но это хорошо является началом конца mm -hmm. вашей духовной жизни. We have forty-one devotees watching now. If I gave you all a million dollars, in one month, месяц, we would have less than forty-one devotees. Here. So I don't. I can't say which one of you wouldn't come back, but I could guarantee some of you would like. Why? Why do I need Krishna? I have a million dollars. Я не могу сказать, кто именно не пришел бы, но я думаю, что кто-нибудь все равно сказал бы, а зачем мне Кришна, у меня уже есть миллион долларов. This я услышал удивительную вещь вчера. И это был пастор, который говорил, что я слышал, люди говорят, что деньги не могут купить вам счастье. And the pastor said, Yeah, I can buy you happiness when you use your money in service. И этот пастор он сказал. lost what he said. When you use your money in service, you give give your money to serve others. Then that money will make you happy. Okay. And then I have another thought. Would you like to hear another thought about money? И еще одна мысль. Хотите услышать, что я думаю насчет денег? Money can't buy you happiness. Деньги не могут купить вам счастье. The creation of money was meant so you didn't have to bring gold. Like, you know, you want to buy a house, you got to bring a truckload of gold. So the gold was in the bank and the bank gave paper. You know that, Nadia? The, you put your gold in the bank, Yeah. the bank gives you paper so then i can go to you with paper so money wasn't meant to buy happiness it was just meant as a convenience as a means of currency to pay for something that's all that's all it was oh. meant for Итак, деньги они были созданы для того, чтобы облегчить uh, покупки, потому что, допустим, если бы вы хотели купить дом, чтобы вам не нужно было тащить целый uh, мешок золота или грузовик золота uh, привозить с собой, то была сделана такая система, что вы отдаете золото в банк, а банк вам его uh, бумажки как эквивалент этого золота, чтобы просто облегчить систему платежей. So, that was my two cents. Um... You understand that saying? No, that was my no I don't, no, Maharaj, I don't know it. Oh, you'll have to be trained before you come to America. Yes, When Sorry? we say when we say that's my two cents and say that's my that's my little contribution. <laughs> that was when two cents was probably now it's probably that's my 25 cents. Um, я думаю, что это уже не совсем небольшой вклад. То есть в английском это такое выражение, yeah. это мои два цента. А Махараш говорит, наверное, это 25 центов, я уже сейчас вложил. Это американское выражение. Например, вы хотите получить от меня какой-то совет, и я вам даю этот совет бесплатно, и говорю, ну вот, uh, uh, за два цента вполне сойдет. Okay, we'll go to the next affirmation. The next affirmation. affirmation. How, is that how you say it? Affirmation. Affirmation. Affirmatze. How do you say three? Three. 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 Affirmation. Three Three. Uh, here it is. I express my gratitude to Krishna for what I have in my life. So, um, you know, we're asking Krishna. Often, when we pray, we're asking for Krishna, asking for something. But it's important also to acknowledge what we already have.

You don't have any shoes, but you seem happy. He said, Well, that guy over there, he doesn't even have feet. I still have feet, so I'm okay. So, our material conditioning causes us to. Think about what we don't have. Том, and that causes us anxiety. Мы, мы like right now, think of something you don't have that you want. Том, хотите, now, think of something you don't have that you want, that you'll never have. Now depending on your level of Krishna consciousness those two questions either put you in anxiety or didn't put you in anxiety. In зависимости от вашего уровня сознания Кришны эти два вопроса либо доставят вам беспокойство, либо не доставят вам беспокойство. But generally when you think about what you don't have it puts you in anxiety because it it makes you want it. Ну, как правило, когда вы думаете о том, чего у вас нет, вы впадаете в беспокойство, потому что вы хотите этого. Just go on Amazon and look at all the things you don't have. You'll be in like anxiety. Amazon вещи, and then, when you're rich and you buy all those things, then when you go on Amazon, you'll also be in anxiety because you'll think, I have all these things and I'm still not happy. А когда вы будете богаты, вы купите все эти вещи с Амазона, вы uh, откроете этот сайт, увидите, что все right. эти вещи у вас уже есть, и вы опять пойдете в беспокойство, потому что вы поймете, все вещи у меня есть, а я все равно несчастный. И я думаю, что вы поняли этот момент, что то, когда мы ценим то, что у нас есть, это создает противоположный эффект тому, что мы испытываем, когда мы к чему-то страстно стремимся. My dear devotees, Мои дорогие преданные, Sometimes, иногда what you have, ценить то, что у вас есть, может если вы цените то, что у вас есть, может магическим способом из, uh, решить все ваши проблемы. Если вы будете медитировать на то, чего у вас нет, то вы создадите себе очень много разнообразных проблем. You agree? So you can offer a prayer to Krishna, uh, reinforcing your appreciation for what you have. And one of the things I think is really beautiful to appreciate is all the realizations that Krishna gives us. И я думаю, что одна из тех вещей, которые мы действительно можем uh, по достоинству оценить, это те реализации, которые нам дает Кришна. Every time you get a каждый раз, когда у вас есть какая-то реализация, it's like a movie, представьте себе, что это фильм, and you're the main in the movie. и вы главный герой в этом фильме, and then you get a и затем вы получаете эту реализацию, и как актер вы делаете следующее. You look up. Вы смотрите наверх. Nisha, thank you. И вы говорите спасибо. Because you recognize where it came from. Потому что вы понимаете, откуда это пришло. Hey bhakti, you ever seen Bollywood movies like that where something happens and it's like they're talking to God, you know? Hey bhakti, вы когда-нибудь видели такие Болливудские фильмы, где что-то происходит, они такие подтанцовывают, общаются с Богом? I saw a clip from one where this this Guy saw this beautiful woman and he's quite attractive. And so he wanted to go up and talk to her. And then he passed air and he looked up and said, God, why? Why now? Why did you make that happen? I didn't get it, Maharaj. What happened to him? You know what Sorry. you know what passing air means? Yeah. Oh my God. Okay, I got it. <laughs> so he goes up to the beautiful woman to introduce himself. He passes air and then he looks up and he goes, why now why did you do this he's always talking to god how can i translate it now All right, Bakke, uh, okay you want okay. to translate it you've probably okay, seen I will, the movie <laughs> I, will try, I will try to translate that <laughs> Один молодой человек, он видит очень привлекательную девушку. И он тоже очень привлекательный такой. И он хочет к ней подойти и с ней познакомиться. И в этот самый момент происходит кое-что очень неприятное с ним. И он, и он думает, о боже мой, он сразу поднимает глаза наверх и думает, боже мой, что, почему именно сейчас со мной это должно было произойти. Простите, преданные перевести это просто невозможно, да словно. So, so, I think I didn't watch the movie. Um, all I remember is like a comedy movie, and all these awkward things were happening. And every time the awkward thing would happen, he would talk to God. He'd look up and he talk to God. И я смотрел такие фильмы, что чтобы странное в жизни главного героя не происходило, uh, он всегда поднимает руки наверх, смотрит наверх и начинает разговаривать с Богом. So every time we get a realization, it's it's really beautiful if we can just stop for a minute, look up, and say, "Thank you, Krishna." I really needed that. спасибо тебе, Krishna. Мне действительно это было нужно. You you know there's a phenomenon that when you start to notice something you seem to see that thing everywhere where you've never seen it before do you know what i'm talking about like there's a phenomena like you you buy a car like you buy a honda civic yes, and the then all of a sudden everywhere you look there's honda civics that you never saw before Есть такой интересный феномен, что как только вы что-то приобретаете, например, вы купили новую машину Honda, и совершенно внезапно все, что вы видите вокруг, это точно такие же машины Honda, хотя раньше вы их не замечали. Like, like you go to the shoe store and, and they say, oh, you should buy this shoe. Everybody has it. It's really popular. And then Или... all of a sudden you look around and everybody has it, but you never noticed it before. Или, например, вы идете в магазин обуви, вам кто-то говорит, вот ты должен купить эту обувь, потому что она очень популярна, сейчас все такую обувь носят. И вы начинаете внезапно замечать, что действительно все такую обувь носят, хотя so, раньше вы даже не обращали внимания. So that with И это происходит uh, с тем, когда мы ценим что-то. И когда вы находитесь в состоянии того, что вы uh, цените то, что у вас есть, то тогда вы начинаете замечать еще больше все эти вещи, которые у вас есть, то, что происходит вокруг. So this is another homework assignment for you. И это еще одно домашнее задание для вас. Make a, make a list of a few you Составьте список того, что вы цените. Вы можете сделать это сейчас. В голове, напишите, подумайте об этом. Um, вы можете это сделать прямо сейчас, можете записать некоторые вещи and then when you do that, you'll feel very И когда вы, эти, вы это сделаете, то вы почувствуете себя очень удачливым Вы можете начать себя чувствовать, что о боже я самый удачливый человек в мире. I have the holy name. У меня есть святое имя. I have У меня есть друзья преданные. I have my У меня есть мои божества. У меня есть Мриданга, Физгармония и Караталы. Что бы это ни было. У меня есть часы Кассио. There is a movie someone had like a 10,000 dollars watch and this guy came up with his Casio and goes, you know, my watch tells the same time as your watch. Yes, there is film in which one man had a watch for several million dollars, and another man approaches him and says, you know, I have a Casio watch, it shows the same time as your watch for a million dollars. It's not a Rolex, but you know, it it works. Это не Rolex, но они работают. И пару лет назад еще нельзя было такие часы купить. An the, the you could, you know, like и на этих часах есть все возможные разнообразные функции, будильник и все остальное. А еще несколько лет назад такие часы были большой yeah. редкостью. <laughs>

do you ever complain about something that you chose to do like whenever you have a problem with your spouse if you want to be a little 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 nasty with a person you just say well you know you did choose that person you know like nobody like forced you супругом ah. или супругой и вы хотите так немножко а, их а, подколоть, скажем так, то вы можете сказать: ну вообще-то ты сам выбрал этого человека себе в супруге. Yeah. Anyway, it, it's it's Я, конечно, не хочу заставить всех вас чувствовать себя плохо касаемо этих выборов, которые вы сделали, но это то, о чем нужно подумать. So, uh, uh, Matura says, "Do we sometimes have to let go of some attachment in order to for Krishna to follow through on answering our prayer?" вопрос. Иногда нам нужно отпустить некоторую привязанность, чтобы Кришна ответил на наши Yeah, could be. Возможно. It's also like you know, qualification. Are you qualified? Точно так же есть вопрос о нашей квалификации: а достойны ли вы того, чтобы Кришна ответил на вашу молитву и получил ли то, что вы хотите. Mm -hmm. то, когда мы отпускаем эту привязанность, то Кришна говорит: "Ну хорошо, теперь я вижу, что ты отпустил эту привязанность, well, ты можешь получить это." Молиться, мне, мне силы, you, you ever heard the saying if your hand is full then there's no room to put anything else in it so you have to drop those and then you can put what you really want you can put on in your hand when you drop all the things that you really don't need Мы когда-нибудь слышали такое выражение, что когда ваши руки уже чем-то наполнены, то вы не можете принять что-то новое. И поэтому для того, чтобы принять что-то новое, вы должны отпустить то, что вам на самом деле не нужно. И тогда уже вы сможете принять то, что вам действительно нужно. Yeah, then Krishna will say, like, um, Once you give up trying to defend yourself and pray to me, then I'll come and help you. I lost the logic, I guess. Like, what, what should happen? Like, like, like is trying to defend herself. Yeah. No. No, no. Holding on with one hand and one hand. And then she puts both hands up, and then Krishna comes to, to no. protect her. No. подняла вверх, чтобы молиться Кришне. И Кришна ей не помогала, но как только она отпустила свою одежду и подняла обе руки наверх, то Кришна тут же явился и помог ей. Well, я слышала одну историю, я не знаю источника этой истории, но так или иначе я с вами поделюсь ей, потому что она очень хорошо иллюстрирует данный момент. И даже если эта история не является правдой, все равно она очень хорошо сюда подходит. Кришна so, um, and 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 uh, находится в Двараке. А Драупади его в этот момент зовет и Рукмини спрашивает, тебя зовет Драупади, почему ты туда не идешь? А Кришна отвечает, уже слишком поздно, я не успею. И Рукмини no, спрашивает, что ты имеешь в виду, почему слишком поздно? А Кришна и отвечает, ну нет, я не успею туда добраться. И наконец, обе руки и И Кришна, и затем Дарвападе поднимает обе руки наверх и кричит, «Хей, hey, Говинда!» И тут Кришна идет. И Кришна говорит, «Теперь я могу uh, примчаться к ней на колеснице и ее слез». Но я думаю, очевидная идея в том, что когда ты это и ты полностью тогда Кришна придет. И смысл этой истории заключается в следующем, что когда вы перестаете полностью зависеть от самого себя и начинаете полностью зависеть от Кришны, то Кришна тогда приходит. Means, try, you, you и сделать это самостоятельно, это не означает, что uh, вы вообще ничего не должны делать. Имеется в виду, go что вы of должны a... оставить свое ложное эго и понимание sorry и I'm также вы должны оставить свое свое понимание того, что вы являетесь деятелем. О, вот есть так много книг, я сейчас пойду и я их все распространю. Потому что я номер один в распространении книг. Says, oh, yeah? you и Кришна такой говорит: О, да, ты думаешь, что сейчас так много книг распространишь? Но ну, я сейчас тебе покажу.

And then all of a sudden 4000 people line up saying, "Can I buy a Bhagavad Gita from you?" You said that shamanets 4000 людей становятся в очередь перед вами и говорят: "Пожалуйста, можно купить у вас Bhagavad Gita." Raise your hand if that ever happened to you before. С вами когда-нибудь это происходило, поднимите руку. It doesn't have to be with books, it could be with anything. Это не обязательно должно быть связано с книгами, это может быть связано с чем угодно. Yeah. If you didn't raise your hand, I don't know what to say. И если вы сейчас не подняли руку, то я даже не знаю, что вам сказать. It mean, I <laughs> Наверное, вы такие смиренные, и именно поэтому yeah. с вами этого никогда yeah. не происходило. И это такие удивительные реализации, когда такие вещи происходят, мы понимаем, что Кришна хочет от нас.

И потому что даже если вы являетесь пастушком, и вы говорите Радхарани, Радхарани, пожалуйста, передай мое сообщение Кришне, и она говорит его от вашего имени, сообщает okay. его от вашего имени, то это даже лучше, чем если вы пойдете и скажете Кришне напрямую. Вы все должны завидовать Бхакти, потому что он живет буквально через улицу от Вриндавана.

просто тебе, чтобы приехать, это просто каких-то 20 долларов на бензин, а для нас это 15 тысяч долларов, чтобы туда добраться. So Radhe, Radhe. И поскольку ты живешь очень близко к Вриндавану, вот то это однозначно рад и надо говорить. Прабхупада говорил, что во Вриндаване все молятся милости Радхарани. Но мы должны но мы должны приближаться к Радхарани с большим почтением и уважением. The to think that I и это опасно, если мы начинаем думать, что мы понимаем положение Радхарани лучше, чем мы понимаем его на самом деле. You know, это очень опасно. You know, I find, it, I find it Very interesting. How some devotees are very Radhe Radhe, but when they're not Radhe Radhe, they're like smoking marijuana and you know and doing this and that. And it's like how do you do both together? There's there's like an illusion there in their mind that they're, some, that they're close to Radharani. So they have to be careful. Мы должны быть очень осторожными. Иногда я вижу таких преданных, и я совершенно этого не понимаю, когда они сначала там радхи, радхи восклицают, они все в таком экстазе, а потом, когда у них все это радхи, радхи заканчивается, они начинают курить марихуану. Я не понимаю, как это может быть. Have you seen that before? Вы когда-нибудь это видели? Сначала они все такие радхи, радхи, радхи. They so it's, we can't take it cheaply that's the point uh, aman has given us a quote bhishma dev said let me now invest my thinking feeling and willing which were so long engaged in different subjects and occupational duties in the all-powerful lord krishna he is always self-satisfied but sometimes being the leader of the devotees he enjoys transcendental pleasure by descending to the material world Although from him only the material world was created. This is an example of um, um, glorifying Krishna and asking for blessing to be able to think of Krishna fully at the time of death. И это молитвы о том, чтобы мы могли полностью о, сосредоточиться и думать только о Кришне. И в момент смерти это молитвы о Его милости. Это Шимад 1.9.32. «Пусть теперь я вложу свои мысли, чувства и желания, которые так долго были заняты различными предметами и профессиональными обязанностями во, вс, во всемогущего Господа Шри Кришна. Он всегда э, доволен

я уже частично объяснила эту четвертую молитву, когда мы говорили о второй. Четвертое утверждение таково. Я молюсь с убеждением, что Кришна исполнит мои молитвы в соответствии с тем, как я Ему предаюсь, в соответствии с моей верой в Него. И Я здесь просто добавил немного ко второй аффирмации, что Кришна знает, что мне нужно и заботится обо мне. So I think this is clear now, isn't it? Я думаю, что сейчас все понятно, разве не так? Если вы что Кришна вашу молитву, вы практически если вы сомневаетесь, что Кришна исполнит вашу молитву, то можете считать, что вы просто от... лишили себя всех шансов на ее исполнение. Prayers, И вы должны понимать, что если Кришна не исполняет все ваши молитвы, это означает, right. что вы еще к ним не готовы. Или что вам еще что-то нужно сделать. Or maybe there's something else he wants of you other than what you're praying for. Sometimes I pray for one thing and something else happens, and I understand, oh, that's what Krishna wants me to do. Because what I prayed for to happen didn't, and what I didn't pray for did. Иногда вы молитесь о чем-то, и это не происходит, но происходит uh, совсем что-то другое, и вы тогда понимаете, о, вот именно это от меня хочет Кришна, потому что я об этом не молился, а это произошло. У вас было такое? Например, вы чего-то очень сильно хотите, вы об этом молитесь, но этого не происходит. Но происходит совершенно что-то другое, и внезапно все налаживается. Sometimes it's like that. We pray for something, but we were detached and we say, "Well, the, Krishna, if this is what you want." Мы, когда мы молимся о чем-то, мы должны быть um, отстранены от этого, Кришна Если ты этого хочешь, тогда да. So that's also that um, was also Prabhupada's mood. Это было также настроение Пропада. Um, So um, so we're detached because even though we're praying some, for something <coughs> in our mind, we're thinking, this is what I want, Krishna, if you want it. So I don't know if you know this, but uh, when Prabhupada was ill.

Nadiyamani says yes, Chaitanya Dasi. Why? Because I told you? Or you already knew? Oh, because I told you. This was the prayer. My dear Lord Krishna, if you so desire, please cure Srila Prabhupada. That was the prayer Prabhupada gave us. Prabhupada So Prabhupada was reluctant that we pray to Krishna for his health. But certainly Prabhupada would have wanted to live long enough to, to translate the entire Srimad Bhagavatam. And, and establish varnashram. But he didn't want to demand Krishna. Но он не хотел требовать ничего от Кришны. So when you pray with faith, поэтому, когда вы молитесь с верой, then you can also be thinking, вы можете думать or praying, Кришна, том, что это желание. И так, что, если это случится или нет, вы понимаете, что это желание Кришны. И затем случается ли то, о чем вы просите, или нет, вы понимаете? Таково было желание Кришны. Таково было настроение Шрила Он не хотел требовать от Кришны то, что он считал чем-то личным для себя. Or you could say he didn't want to demand anything of Krishna. И вы можете сказать, что он не хотел требовать от Кришны ничего того, что сам Кришна не хотел. Это чистая бхакти. Я не хочу спрашивать, просить Кришну о чем-то, о чем он не хочет, чтобы я его даже спрашивал. Или он не хочет, чтобы это или чего он не хочет, чтобы это произошло. So we have this Поэтому мы всегда говорим, дорогой Господь Кришна, пожалуйста, дай мне вот это или то, если таково Твое желание. Мы поговорим о этом

A very, very wealthy man. Представим, что кто-то из uh, сейчас присутствующих молодых незамужних девушек встречает очень-очень богатого мужчину. And you fell in love. И вы влюбляетесь. В английском языке влюбиться дословно переводится как упасть в любовь. Очень странно, что они не говорят подняться в любовь. And you just love this вы любите этого человека. And then he says, ask me for anything you want. And he's got like a billion dollars in the bank. So you definitely could have, he could buy you an island if you wanted. И он вас, вам говорит, попроси, о чем хочешь. А у него миллионы долларов, он вам хоть целый остров может купить. And you might say, I don't want to ask you for anything. I just want to serve you. И вы можете сказать, я не хочу ничего от тебя, я просто хочу служить тебе. i'm not marrying you i don't i don't love you for your money i don't love you for what you can do for me то, so that's the mood of a devotee вот so when they're praying you know if they're not 100% sure this is what krishna wants then they'll add that disclaimer there well if this is what you want sometimes you know this is what krishna wants but sometimes you may not know for sure И такого настроения преданного, что когда он молится, он всегда добавляет, если того ты пожелаешь, Кришна. Иногда вы точно знаете, что это точно то, чего хочет Кришна, а иногда вы не можете быть до конца уверены, поэтому вы обязательно добавляете эти слова. Okay, so we have a question here. Did I understand correctly? We can definitely approach and pray to both Sri Mati Radharani and Krishna intimately. Yeah, we do, because that's the Hare Krishna mantra. Although we're not advanced, But we should make sure to do it in the moon of on reverence so that we don't take them lightly and cheaply. Exactly. Yeah. So let me translate the question. <coughs> обращаться и молиться одновременно и Шимати Радхарани, и Кришне очень, сокровенным, очень сокровенными молитвами, хотя мы недостаточно продвинуты, но мы должны убедиться, что мы находимся в настроении благоговения и почтения, чтобы мы не относились очень к этому легко и дешево. Да. Матхура, Матхура спрашивает, как русский язык не Мы не привыкли Как звучит? Uh, it спрашивает. спрашивает, как звучит ему русский, и он говорит, что звучит как что-то странное. Like we're listening to it and we're frustrated because we don't know what it means. Мы слушаем его и мы в полном отчаянии, потому что мы понятия не имеем, что там говорят. And we're thinking it can't mean anything. И мы думаем, это может вообще ничего не значить. Это It может назначать right. что угодно. And those who and those Russians who don't speak English probably think that English sounds like gibberish. Gibberish. И те, кто они говорят по-английски. Наверное, вы думаете, что uh, английский язык, он звучит как какой-то набор слов. Things. Обусловленность — это очень интересная вещь, потому что то, как вы выросли, в каких условиях вы выросли, оно формирует полностью то, как вы видите мир. So... Obviously, if you grow up in Russian, this is just normal. and English is abnormal and vice versa. И если вы выросли в России, то русский для вас абсолютно нормальный, а английский ненормальный, и наоборот. I like to observe. I, I like to observe and just not judge, but just observe and discuss. Мне очень нравится наблюдать со стороны, не судить, а просто наблюдать со стороны и обсуждать это. Okay, we have a um, verse here, uh, Chaitanya Chachamrita two twenty-two One is immediately freed from the clutches of Maya. If he seriously and sincerely says, My dear Lord Krishna, <clears throat> although I have forgotten you for so many years in the material world, today I am surrendering unto you. I am your sincere. Итак, цитата. Человек немедленно освобождается такого мая, если он серьезно и искренне говорит, ⁇ Мой дорогой Господь Кришна, хотя я забыл тебя на долгие годы в материальном мире, сегодня я предаюсь тебе, я твой искренний, серьезный слуга, пожалуйста, займи меня служением тебе. Но это и есть uh, смысл Махамандры, на тот случай, если вы не знали, что она значит. like make you Make you nervous. Иногда я спрашиваю преданных, вот эта идея предания, она заставляет вас нервничать, не так ли? Say, yeah. <coughs> И очень часто преданные говорят да. It means up Потому что это означает оставить всю свою независимость. And really the scary thing is up И самое страшное, что мы оставляем контроль. Yeah, the bad news is... we're not supreme controllers i know that's bad news for you and that's really bad news for all the dictators in the world so if, if this idea of like fully surrendering to krishna makes you feel a little uneasy i have some advice for you если сама идея предания Кришне она заставляет вас чувствовать себя некомфортно то у меня есть для вас совет you. You me, uneasy, Если вы говорите о сегодня я полностью предаюсь тебе и я все отдаю на волю на, на волю твою и если вы чувствуете себя некомфортно то вот мой совет okay. вам okay, I have to make a What I'm saying is a joke I don't really mean it я должен сделать небольшую оговорку. То, что я сейчас скажу, это шутка. И на самом деле я it, не это имею в виду. Now, Потому что если кто-то потом короткое видео из этого сделает и пустит в интернет, то меня выпнут из искон. So, if surrendering makes you feel uneasy, don't chant Hare Krishna because you're praying to surrender если предание заставляет вас чувствовать себя неуютно то просто не воспевайте Хари Кришна потому что вы воспеваете как раз таки чтобы предаться когда вы воспеваете Хари Кришна вы говорите Кришне прямо сейчас я предаюсь тебе я понимаю что для некоторых из вас это плохие новости oh my God, Are you kidding? Боже мой, предание, вы что, издеваетесь? Я просто сейчас наслаждался воспеванием. Я думал, что я тот, кто наслаждается святым именем. Извините, что испортил вам весь ваш праздник. Вы не наслаждающийся святым именем. Вы слуга святого имени. Um, this verse here is basically a paraphrase of, of one of the meanings of the Maha mantra. Вот здесь, Maha mantra. Krishna, I've forgotten you, help me remember you from this day on. I'm not gonna run away from you anymore. I'm yours, take me. Krishna, isn't there a song like that take my heart take something like that take my life I'll give it to you i'm yours or something like that take my soul i think it was like that oh. oh, <laughs> um, who's who, who saying that i have no idea i don't remember shaitan aka google avatar will tell us in a minute Чайтани Даси это Google, аватара Гугла. Uh, аватара Она сейчас найдет эту песню, в которой поется ⁇ Возьми меня, я твой, моя жизнь твоя, и мое сердце, оно тоже твое ⁇ Зачем нам искусственный интеллект, когда у нас у всех есть Чайтани Даси? Это гораздо лучше. Yeah, a songs like that. Возможно, тысячи песен таких so, есть. So here's a point Prabhupada makes in different ways at different times. I'm going to meet some handsome guy or beautiful girl. I'm going to say, take my heart, take my life, take my bank balance, take my house, take everything. But when it comes to God, I'll say, oh, I can't surrender. Когда мы встречаем какого-нибудь красивого молодого человека или встречаем красивую молодую девушку, мы говорим, все, я отдаю тебе всю свою жизнь, забирай мою жизнь, забирай мое сердце, мою душу, мой банковский счет, мой дом и все, что у меня есть. Но когда дело доходит до Бога, мы такие, а, а, -а я не могу предаться. So, my dear devotees, when you chant the holy name, you're actually praying to Krishna to be able to give everything to him. Поэтому мои дорогие преданные, когда вы молитесь к Кришне, вы молитесь о том, чтобы Он дал вам силы отдать все Ему. И поэтому я говорю, что если для вас это страшно, то, возможно, вам и не стоит воспевать Харе Кришну. Конечно, я не имею этого в виду. И, конечно, вы думаете: "Ну, если я воспеваю Харе Кришну, то не буду ли я чувствовать себя так?" И, uh, возможно, возникнет такой вопрос. Если я буду воспевать харе разве я не буду чувствовать себя по-другому? И ответ – однозначно, возможно. Потому что одно из оскорблений Святого Имени – это поддерживать привязанность к материальным вещам. И поэтому, если вы совершаете so, это оскорбление и чувствуете себя контролирующим, то вы можете воспевать миллионы жизней, и это ничего не пройдет. Смысл заключается в следующем. То, что означает маха то и мы сами должны чувствовать, когда мы воспеваем. So we have me chanting, Hare Krishna, Hare Krishna. And there's a thought bubble. You know what a thought bubble is? Like in a cartoon? Да. Yes, yes. Вокруг, меня, мунтиках, знаете, облачко, so I'm doing this skit with you, Nadia. So while I chant, you're going to be saying, I don't want to surrender, I don't want to surrender. And say it in English and say it in Russian. Okay. Okay, Om Rush. Yes, Om Rush. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna. Я не хочу предаваться. I don't want to surrender. Я не хочу предаваться. I don't want to surrender. Я не хочу предаваться. I don't want to surrender. Yeah. You ever chant like that? Мы когда-нибудь так воспевали. No, kind of chanting does not work. Такое воспевание не работает. And if you don't want to surrender, at least you should pray to Krishna to want to help me want to surrender i had a godbrother used to say get with the program i you don't know this expression varaj it's like like it's like this is you know it's like this is what we're doing we're all going here you know like to the beach and you're and you say i don't want to go to the beach get with the program we're all going you know just do what we're doing И uh, есть у меня духовный брат, который все время говорит, ну просто следуй установленной программе. Есть такое выражение в американском английском, что uh, следовать установленной программе, например, все идут на пляж, и вы такие говорите, а не пойду я с вами на пляж, не хочу. А ему говорят, нет, надо следовать установленной программе, и вы все вместе идете на пляж. Okay, so what's the program? И какая же у нас программа? Called surrender to Krishna. Она называется «Предание Кришне». So when Поэтому, когда вы воспеваете Харе Кришну, Get with the следуйте установленной программе. And then it works. И тогда все будет работать. Like, That work. Разве это не интересно? Мы молимся, чтобы предаться, но при этом мы не хотим предаваться. Это не сработает тогда. Obviously. Очевидно. It's a simple point, isn't it? But it's very important. Like if you read Prabhupada's books, it's all going in a certain direction. Every word, every verse, every purport, every page, it's going in a certain direction. And then you have some devotees. И есть у вас некоторые преданные, say, которые говорят like, что-то вроде ⁇ Я не знаю ⁇ like И затем у них там 108 тысяч оп оправданий And 180, buts. и 108 тысяч но. But it's so hard. But we're so conditioned. But Prabhupada was so strict. And you disciples were so surrendered. But, 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 but. No, 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 no. Everything you say is going right and we're, we're trying to make it go left. Как, например, если все, что он говорит, идет в правую сторону, а мы пытаемся сделать так, чтобы оно шло в левую сторону. So, my to you all is... И мое послание всем вам таково. Get with the Следуйте установленной программе. Это будет название лекции. Следуйте установленной программе. In case you didn't notice, we're all going back to Godhead, so just get with the program and come with us, okay? На тот случай, если кто-то из вас сейчас это не заметил, но вообще-то мы все идем обратно к Богу, поэтому все собираемся и следуем установленной программе. Oh, so но это же так сложно. No, it's to be in Maya. Но нет, на самом деле сложнее быть в мае. Это самая глупая вещь, которую вы когда-либо можете сказать, что сознание Кришны ⁇ это сложно. It's Сложнее быть в Мае. And if you say, But И если вы говорите, что сознание Кришны, оно очень сложное, то я вам говорю, что ваш IQ находится на уровне нуля. А разве не было сложно быть в Мае? Это еще сложнее. I'm going to It's so hard. И я хожу в университет, там так сложно. Ну, хорошо. Хорошо, можете не ходить в университет, а просто работать на заправке до конца жизни и жить в маленькой квартире студии без проблем. Если вы где-нибудь в материальном мире найдете такое место, где не будет сложно, то скажите мне, я туда тогда отправлюсь.

Правопада подталкивает нас в определенном направлении yeah, следуйте установленной программе Simple, right? все очень просто I don't know. It's so hard. я не знаю это очень сложно надо же реально смотреть на вещи come back and take birth again that's what you mean by real? Вы, вы хотите так реально смотреть на вещи, чтобы потом вернуться в этот материальный мир и получить еще одно рождение? Вы этого хотите? So hard to get out of Maya. Так сложно вытащить всех из Майи. Like so like like, like, Мы упали все так глубоко в эту яму и пытаться вытащить каждого из нас. Это так тяжело, это так много работы. Мы

«Ну ты же там обрешь! Ну и что? Мне же здесь нравится!» И я не знаю, каково это там снаружи снаружи колодца. Может быть, мне там очень не понравится. И гуру говорит, «Нет, здесь очень хорошо снаружи колодца. Просто вылези оттуда, и ты сам в этом убедишься».

А что если я не буду счастливым когда я выберусь из этого колодца so this, this но так же сложно держаться за эту веревку And then we how our, our are. и вот тогда мы поймем насколько у нас глупое оправдание okay, we have This is, this is from um, Bhaktivinoda's song, Manasadehageha. This is a prayer. My dear it Lord, manito. whatever I have in my possession, I surrender unto you. And what do I have? I have this body and mine, I have a little home and my wife and children, but whatever I have, I surrender everything unto you. This is full surrender. Мой дорогой Господь, все, что у меня есть, я отдаю Тебе. А что у меня есть? У меня есть это тело и ум. У меня есть небольшой дом и жена, дети. Но все, что у меня есть, я отдаю Тебе. Это и есть полное предание. Просто отдая Полное предание означает признание того, что все, что вам принадлежит, дом, тело, дети, жена и так далее, что все это принадлежит Кришне. Что такое предание? Это просто признание этого факта. Иногда преданные, они хотят стать учениками. Okay. Nutty money. Here comes another American expression. See if you can guess what it means. And then they get wet feet, cold feet, cold feet. i don't know this expression right yeah, she's closer to america or she watches more american movies than you i guess well then i get cold feet cold feet is like you're walking in the water you know and you're like "Ooh, it's cold and you walk out you, instead of going in you just walk out because it's cold so you get cold feet Um, есть такое американское выражение, что означает, um, что ноги они замерзают. И, например, вы заходите uh, в лужу и вы чувствуете, что вода холодная, и вы говорите: "Ой, нет, у меня ноги замерзли". Я выхожу оттуда. Потому что они начинают тогда думать: "О, боже мой, я должен отдать все, что у меня есть, я должен предаться." a crisis do i want really want to do i want to do this am i ready to do this and that's my little joke if someone wants to be my disciple i go why would you want to do that you know you're surrendering your independence like your life is finished now И у меня есть такая небольшая шутка, когда кто-то мне говорит, я хочу быть вашим учеником. И я тогда начинаю шутить с этим человеком. А с чего ты вообще это хочешь делать? Потому что тебе нужно будет просто полностью предаться. Все, твоя жизнь личная закончена на этом. But the point is, we're like Arjuna. We have all this independence and we're depressed. So that's how far our independence got us. It got us into misery. So we want to surrender to someone who can get us out of the misery. И мы таким образом похожи на Арджуну в данной ситуации, потому что все, что нам дала наша независимость, это депрессия. И если мы хотим выбраться из этой депрессии, из этой депрессии мы должны отдать полностью свою независимость и предаться. So all surrender means is и предание означает сказать, что все, что у меня есть, мое тело, мой дом и все, что мне принадлежит, оно принадлежит на самом деле тебе. Вот и все предание. Мои дорогие преданные, следуйте установленной программе. Simple. This is...

Это будет классное видео. Надя, you can be the main actress in the video. И Надя будет главной could, актрисой в этом видео. Could surprise me and make, actually make this video. можешь меня удивить и на самом деле сделать это видео. So you get a bus, and on the front of the bus, at least in America, it tells you where it's going, and it says on the front of the bus, back to Godhead. Uh, в Америке у нас есть такие автобусы, на котором uh, спереди написано, uh, куда он отправляется. И вот будет у нас такой автобус, на нем будет написано "Домой к Богу". And the bus is full of devotees, и в автобусе много преданных, like the sun, которые светятся подобно солнцу. И потом есть один человек автобуса, и он говорит: "Давай, автобус". И вот этот человек, он стоит перед автобусом, и вы ему говорите, ну все уже, давай, залазь. Say, а, вернее, мне человек стоит, äh, мне человек из автобуса говорит, залазь. А я говорю, О, ну я не знаю, захочу ли я поехать. Said, а он говорит, ну автобус идет домой к Богу. И у вас эта беседа продолжается. А ну что, если у нас шина спустится? What if we run out of gas? What if the bus driver falls asleep while he's driving? Заснет, what if he gets lost and we end up in hell? Any excuse you want to come with. Другой, uh, другой, другой and, then the, and then the devotee is inviting you says,

I'm sorry, И вот вам говорят, а, ну чего ты уже ждешь, давай забираться в автобус. А я такая им отвечаю, ну я не знаю, а кто будет заботиться обо всех моих пятерых кошках? Good comedy mimics reality. Хорошая комедия, она передает реальность. Abhinav says, "I can't pray like Prabhupada, so you pray that you can pray like Prabhupada." I commentarij što ja ne mogu molitzi kak Prakupada i Maharaj ka vari. Tada molite se o tome, da budevi mogli molitzi We don't give up independence; we just stop use, misusing our independence. We не оставляем нашу независимость. Мы просто перестаём её использовать в неправильном направлении. Okay, we got the song there we got a lot going on here we'll have to uh, continue next friday here's my heart here's my heart lord here's oh, he's speaking to god nice. I, think, I think it's a different song actually oh yeah she's a yeah that's yeah. a different song yeah. elvis the elvis we want the elvis song Okay. Text the the okay, the party's over and we're going to start the japa party now. No, I noticed in these classes we usually get going after about an hour. That's when we really start churning the ocean. So it is hard to stop at actually 11. Yeah, um, it's hard to stop in an hour and a half, but we have to stop. Я заметила, что мы только через час где-то начинаем на самом деле пахтать нектар этот, и поэтому очень сложно остановиться за полтора часа, через полтора часа. Да, yeah, yes. we'll А на сейчас лекция с русским переводом закончена, сейчас будет медитация, и к ней уже не будет перевода.